Всем привет, друзья, с вами Фризен, продолжаем Firewatch. В прошлой серии нам кто-то перерезал провода телефонные. Мы не можем связаться с внешним миром. Это моя башня. А, сейчас опять будет трындеть? Я же сохранился вроде. А, изучить. И что? Давай, потрогай. Вдруг там еще есть напряжение. Изучил, красавчик, ничего не сказать. А трусы мои вернут? А я прыгать не могу, да? Досада, я хочу вернуть свои трусы. Они их изрисовали, гады. И что? Так, какая миссия? Записки и документы. Впервые решил воспользоваться табом. Но игра меня здесь и прокинула. О, ящик. Спускаемся. Так. Какие-то вредоносные дети. Если это дети, конечно. Потому что до этого мы видели какого-то мужика. Каких-то девчонок. Голых. Фига себе. Эту банку я закинул рядом с той банкой возле трусов. Я потом перед этим сохранился. Сейчас захожу, она уже у подножья. Так, а я тут не смогу залезть, да? Или смогу? Залезть-то смогу, а вот спрыгнуть не могу, да? Опа, высокий уступ. Ну-ка. Да блин. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw him last. Короче, я ей сообщил, что не могу забраться обратно. Говорит, если я потеряюсь, то знай, где меня искать. Она говорит, ну, надеюсь, этого не случится. Говорит, найди этих засранок. И вернись, наверное, туда, где ты их видел в последний раз. А где я их видел в последний раз? Это на озере, так? Так. Как я попаду на озеро? Ползать тут негде. Вот интересный вопрос. Столб и столб. Да пройди ты нафиг. Еще один дым. Или мегалюны? Не, реально какой-то дым. А как я теперь спущусь-то отсюда? Я бы прыгнул бы наперед, только меня игра не пускает. Я бы реально спрыгнул. Сюда он не лезет. А, вот вторая банка, возможно. Не прыгает, не лазит. Что с тобой, Генри? А, вот уступы, да, еще какие-то есть. Спуск вообще красивый. Так, это что? Пивная банка. Ну, вроде здесь ничего нет, кроме следов от пивных банок. Поэтому двигаемся туда. Меня напрягает больше всего мужик, ежели эти две девчонки. Что мне сделают две девчонки? Не, девчонки бывают очень злые и коварные. Причем сильные. Хоть и говорят, что слабые. А вот мужик. Это уже опасный. Во-первых, он сильный. Мускулатура и вся фигня. Хотя девчонок две. Не знаю даже, кто сильнее. Ну, пойдем туда. К озеру. Раз нам сказали идти к озеру. А здесь я... Да, пройду. Он бесит меня. То есть какого-то камня коснулся, все, он уже замедляется. Опа, рюкзачок. Да? Или нет? Да-да. Почему ты об этом все время раздокладываешь? Ай. Смахнул красиво. Кто Брайана Гудвина?
нет? Оу. Вот это я сделал селфи случайно. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this, pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. He was a lookout? Yeah, kinda, I guess. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned, and one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Короче, говорит, я нашел здесь камеру, хорошую веревку, но перед тем, как скинуть рюкзак, я заметил этот столб. Значит, мы сейчас же эту веревку и используем основательно. Сделали селфи. 18. Ага, а как убрать его? На цвет также. Хорошо. Так, говорит, спасибо. Спасибо Брайану Гудвину. Она такая, кому? Я давно не слышал это имя. Был тут один дяденька. Yours, like, с ребенком, который придерживался правил, но потерялся уже где-то. Really like your enthusiasm for mystery. I'm just doing my job. I like it. I do. I just... I can't wait for you to give these girls a piece of your... our... mind... minds... collective. But no, no clues. I can't see anything from here. Ай. Я, конечно, понимаю, что им двоим делать особо здесь нечего, кроме как болтать. Он ее спрашивает, видишь ли ты какие-нибудь улики со своей вышки? Она такая, ну ты прям, блин, детектив. Нет, говорит, никаких я вышек не вижу. Ой, улик. Давай только сейчас не, хотя эта веревка реально прочнее, как он говорил. Та, что была у меня, она вообще была какая-то хлюпенькая. Вот так вот у вас веревка изгибается, да? Окей. Еще крепление? Хм, кто-то 3 раза пытался здесь укрепиться. И то есть, смотри. То есть... Как это сказать? Что я хотел сказать изначально? А... Взял и моток веревки, так? Сколько там было? 5 метров максимум. То есть вот такое вот расстояние. А я уже использовал 2 таких мотка. Что-то здесь не так. Алло, ящик, работай. 1, 2, 3, 4. Вот я угорнулся, был бы пароль не тот. Скопируй. Карта обновлена, записка. Но записку ты прочитай. Читать. Вот эти около свидания с Дебби. Ага. У какого-то чувака свидание. Отлично. Так, коготь. Блин, конечно, прикольно с ними общаться, но... Ладно. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. And maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Короче, также бесполезный разговор, как и про рога оленя. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too.
A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Ай, в общем, говорит, типа, видишь столб дыма? Говорит, о, да, вижу. Хотя минуту назад она говорила, что я вообще не вижу. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it, and yeah, I suppose that must. Извиняй, это за звонок. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Да убери ты эту рацию уже. Говорит, извини за тот разговор, он, возможно, реально казался тебе странным. Он говорит, типа, ничего. Да ты... Flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful. Короче, порой они вообще общаются хрен знает о чем. Про каких-то кренделей в баре. Так вот, возвращаюсь к тому странному разговору. Откуда столько веревки? Так, она говорит... Ай, про бар, ты, говорит, там каких-то девчонок цеплял. Пытался подцепить. Она говорит, ну вообще-то я женат. Она такая, о, но при этом ты здесь? Она говорит, ну да, типа она больная, нужен уход. А, веревочка. Реально, сколько там веревки я набрал? Ух. Так, мы вроде правильно двигаемся. А потом он удивился тому, что она сказала слово крендель. Он такой, о, крендель. Хотя да, это же... Какой? 1980 какой-то год. Это сейчас там всяких выражений там миллиард. Хоть сам придумывай каждый день. А тогда даже крендель звучало странно. Она потом перефразировала, сказала, ну, неудачник, лох. Он такой, о, понимаю. Да-да. Так. Тонкий столб дыма. Как ты его видишь сквозь текстуру? Я бегу? Да, бежал. Так, вряд ли. Хотя нет, я там не вижу. Переправа, поэтому придется лезть здесь, потом по столбу дерева. Я реально возвращаюсь тем же путем к этому озеру. То есть то, что они говорили, что уйдут, они не ушли. Блин, Генри, как же ты... тупишь на таких маленьких уступах. Он реально притормаживает и такой, эть, аккуратненько одной ножкой наступает и спускается. Где? О, мне кажется, это уже не тонкий дым, не тонкий. С кем? She's got Alzheimer's. Альцгеймера? Dementia. Кассия. How old was she? Было. Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out?
we were scared shitless. And the first time she really started to slip, we just made dinner and acted like it didn't happen. Eventually it was impossible to ignore, and we saw all the doctors and all of that. They diagnosed her, and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Они говорили про болезнь жены. У нее Альцгеймер. Это неизлечимое заболевание. Там вначале частичная потеря памяти, потом... Блин, комар появился у меня. Потом... как там? Умственные способности ухудшаются постоянно. И даже может человек речь потерять. И вообще потом утратит интеллект. Может утратить интеллект. О. Так, я все куда-то спускаюсь. Когда я уже буду подниматься? Блин, я не хочу встретить того мужика. Это будет неприятно. Так, и дым я потерял уже. Вот с этой бабой пока поговоришь. Вообще, весь настрой сломает. Но я потерялся уже, зато ящик нашел. Главное, медведя не найти. Кстати, вот еще вопрос у меня возник, когда я открывал прошлый ящик. Так, в одном ящике, в первом, мы нашли батончик. Несмотря на то, что нельзя здесь хранить еду. Но, при этом, я больше ничего не ел, кроме того батончика. Так, что за записка? Пропавший человек. Пропал человек, Мич. Волосы короткие. Растительность на лице. Угу. Так, видели тогда-тогда. Угу, ничего интересного. Шишки, дрова, мишка. Это кто? Да, блин. Вот это кто? Ага, то есть это я смотреть не могу. Ладно, что у меня там по карте? Ведь, где я? Фига себе, я умотал. А, мне примерно в этот район и нужно. И отлично. Да убери ты карту. Ну, значит, идем. Так, пышные леса. Ну, не сказала бы, что они пышные, сказала бы, что они худые. So, how'd you meet? Да ты задрала, а. Met in a bar. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Теперь ей интересно, как мы познакомились. Говорит, в баре. Говорит, какая заезженная история. Типа, новый этап романтики. Говорит, а ты... А, как ты к ней подкатил? Говорит, ну я подошел, сказал, что она очень милая. Она говорит, о, а ты храбрый. Он говорит, нет, я был пьян. И все. Да, отстань ты. О, вещички чьи-то. Водопад. Это очень хороший водопад здесь. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Говорит, отличный водопад, учитывая, что девчонки любят купаться нагишом, то есть голыми. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Давай сюда, потому что я не думаю, что есть смысл кого-то вон там в лесу искать что-то. Тем более. Тихо. О, я почти даже в центре. Точнее, пришел туда, куда мне нужно. Ну, давай. Так, пошла сохраняшечка. I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them?
That seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. Он предполагает, что они притащили сюда 4 ящика пива. Он говорит, не дай себя обнаружить. Серьезно, я даже присесть не могу. А можно потушить костер, как в постеле? Просто помочиться на него. Так, так. Подростковой зоне. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? На земле. It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Говорит, нашел журнал для девочек. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Говорит, ящик целый пива. Говорит, какие молодцы, и дотащили сюда. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. То есть, опасно, он говорит, нашел опасных самцов. Он говорит, что, ты серьезно? Он говорит, нет, это журнал для девочек. А здесь подростковая зона. Он говорит, я нашел подростковую зону. Он такая спрашивает, да? Где? Он говорит, это журнал для девочек. А, серьезно? Это девчонки? Он говорит, я нашел свое белье. Нифига себе. Так, о чем тут еще можно сообщить? Ни о чем. Ну скажи, что костер потушил. Все, затушил? Ну, вроде не дымит. Ну, давай у них чего-нибудь украдем. Xbox, например, это их. Опа. Опа-на. Some of their clothes are all torn up. That's not good. И все? Я надеялся на какой-то подробный рассказ. Говорит, палатка разорвана в клочья. Она говорит, это очень печально. Стоп. Ботинок? No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Он говорит, можешь мне взять с их спальный мешок в качестве возмездия? Она говорит, ты бери, что ты хочешь. Что хочешь, то и бери. Tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Она предполагает, что это возможно сделал олень или медведь. Дорогой псих, я надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им, как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи. О, а воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка сраный маньяк-убийца и точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили. Хрен. То есть они думают, что это я, а я думаю, что это они. Хотя это и правда были они. Так, ну давай сфотографируем, как нам сказала, попросила женщина. Вот так вот, да, примерно? А еще и вон захватим. Ну, как-то вот так. Все, что ли? А где мне посмотреть эти фотографии теперь? Фотки где посмотреть? Нигде? Сообщить об записке. Давай сообщим, как я сообщу. Так, сообщить о злой записке подростков? How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? I need to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you?
I didn't do anything to them, but it looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's just, it's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Короче, говорит, что они вызвали копов, но я, ну, то есть Генри ничего не делал. Она говорит, ну, раз они свалили, значит, мы можем работать спокойно, наблюдая на красоты прекрасного леса. Henry? Да завали ты, сколько можно болтать? What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Спрашивает, как я выгляжу. Так, подожди, знаешь... This isn't that hard. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC, or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Харе подкатывать. A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Так вот. Начнем с того, почему мне не дают закончить заколотить разбитое окно. Это раз. Во-вторых, почему она все время звонит не вовремя. В-третьих, она меня рисует и хотела узнать, как я выгляжу. В-третьих, она говорит, типа, ну я вижу, что ты белый и в шортах. Она говорит, серьезно, белый? Это как-то не политкорректно. Или как это сейчас называется? То есть у них сейчас это только появляется в 1980-х годах. Хотя это было, конечно, всегда почти. Но вот конкретно это слово. Да когда ты поднимешь эти книги-то, а? Бесишь. Я их нафиг сейчас просто стоплю в печь. Так, надеюсь, мы с этими девчонками и правда разобрались. Потому что они обиделись, испугались и разбежались. Отбеливатель, нафиг мне отбеливатель. Печь. А что мне делать? А, наступил третий день. И что? Подожди. Что мне делать-то? Обычно мне женщина говорила, что делать, а сейчас она не говорит.
поспать, может быть, хотя только третий день наступил. Какой спать? Ну ладно, давайте тогда закончим. С видом на что-нибудь. Кстати, где ее вышка? Она же меня где-то видит, и я где-то ее видел. Только я ее потерял. А, вон она. Да, блин. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В следующей серии будем искать третьего персонажа, который нам все время портит. Он за нами следил и испортил девчонкам лагерь. Но при этом он нам помог. Поэтому узнать надо бы, кто это. Возможно, это кто-то один из тех пропавших людей. Хотя смысл им здесь ошиваться. Ну, узнаем. Всем пока.